Мало кто сегодня знает, что такое черная книга. А между тем, это был уникальный в своем роде единственный труд, составленный большой группой исследователей и писателей, которыми руководили Василий Гроссман и Илья Эренбург. Это было фундаментальное исследование об уничтожении фашистами евреев в России и в Польше во времена Холокоста. Книга была подготовлена к печати и уже лежала в типографии. Но наступил 1948 год, Сталин решил бороться с космополитизмом, набор книги был рассыпан, еврейский антифашистский комитет разогнан, Михоэлс убит. Но, как выяснилось, рукописи не горят. В 70-е годы дочь Ильи Эренбурга, разбирая архивы отца, нашла папки с надписью «Черная книга». Сегодня этот труд восстановлен и готов к печати. Мы уверены, что это интересно не только евреям, а всем нормальным людям, потому что история имеет печальную тенденцию к повторению, и завтра это может коснуться каждого. Книга – это 500 страниц материалов, большое количество фотографий. Мы очень хотим, чтобы она выглядела достойно, была хорошо издана, и при этом стоила недорого, чтобы каждый человек мог позволить себе ее приобрести. Вот для этого и создан этот народный проект. Мы надеемся с вашей помощью издать эту книгу и отдать книготорговцам по сильно заниженной цене. И мы будем надеяться, что скоро она окажется и у вас на полке. Давайте сделаем это вместе.